держит под мышкой барсетку красавец Пятигорск. Здесь успешно продолжает свое вещание Севкаф ТВ. Единственный телеканал в мире, где режут барана, когда в студию приходит гость. Поехали, Жорик. Давай, ты готов? Давай. 10, 9, 8, 7. Слушай, как 6. Будто на Байконуре мы отвечаем. Слушай, ты можешь заткнуться и послушать это? 5, 4, 3. Гагарина запускаешь, как бы. 1, 0. Сделай серьезное лицо. Пим-пам-пом-пам. Добрый вечер. Добрый вечер, жители Пятигорска. Вы зирите Севкаф ТВ. Какой зирите? Что ты несешь, дебил? Что ты от меня хочешь? Ты оператор или хомяк? Что ты лезешь все время? Потому что ты говоришь зирите. Ну и что? Я специально говорю вас о зирите, потому что криминальный выпуск, Вася. Итак. Дорогие телезрители, в эфире криминальный Пятигорск, Вася. И с вами я, Жорик Вартанов. Сегодня у нас очень серьезная программа, Вася, посвященная проблеме наркотиков. Рад представить нашего гостя. У нас в гостях сегодня начальник 18-го отдела милиции Кировского района по борьбе с наркотиками. Майор милиции Сергей Борисович Риков. Здравствуйте. Добрый вечер. Майор Джан, расскажите, как ваш отдел борется с наркотиками? Что там вообще слышно по ходу дела? Ну, борьба идет жесткая и непримиримая. Борьба идет. Это хорошо, борьба. Да. Ага. Мы изымаем и уничтожаем до 300 килограммов наркотиков в год по всему району. 300 килограмм, Вася, не то что Пятигорск, всю Евразию можно накурить еще паровозами. Слушай, что ты несешь? О, извините, ради бога, я просто... Еще так называемые посевы, да? Конопли, зачастую сложно определить среди других растений. Каких растений? Скажите конкретно, каких растений? Ну, к примеру, помидоры. Так, помидоры, Допустим, если посадить помидоры вместе с коноплей. Да, вместе с коноплей. Если, скажем, соотношение помидора и конопли 3:1. 3:1, специалисту очень сложно издали определить посевы конопли. Если как бы там помешать чуть-чуть там с укропом, петрушкой, там, ну, завуалировать, риган, там, нет, кукурузы нет, там прятать. Сразу будет заметно. Заметно будет, да? Так и знали, отвечаю. Конечно, сразу будет заметно, потому что конопля – это такое растение, что его… Ты можешь сесть? Форма листьев совершенно другая, и рост стебля значительно выше. Да, я так и понял. Укроп, вычеркиваем, Вася. Петрушка, до свидания. Картошка, а ну? Да, интересно всем дело. Картошка, расскажите, майор Джан, картошка как там? Картошка – это наш бич. Да? Да, это наш бич. Специалисту порой очень сложно среди посевов картошки разглядеть конопляные листья. Да. Этим зачастую пользуются те, кто выращивает коноплю. Ты посмотри, какие, а! Все в корыстных целях вас делают, а не? Но, слава богу, сразу определяют, где конопля, а где нормальное растение, специально обученные собаки. Собаки тоже есть у вас, да? Конечно, безусловно. Я так и знал, что эти собаки везде у них сделали. Не, ради бога, вы как бы это все, конечно, правильно. Ты можешь заткнуться и сесть? Слушай, что ты мне мешаешь, ведь я интервью у человека. Надоедьте мне уже. Ты не из-за меня нервничаешь, из-за того, что ты узнал, что у них собаки есть. Вот из-за чего ты нервничаешь. А почему они собак делают? Зачем собаки? Потому что это милиция. Самим поймать, что ли? Обязательно собаку, животное. Ты что несешь? У нас в гостях человек по борьбе с наркотиками. Что ты несешь? А, извините, ради бога, какие продуманные, просто молодцы вы, конечно. Да. Собаки наши помощники. Да, конечно. Огромные и бескомпромиссные. Да, молодцы собаки. Так что у тех, кто незаконно выращивает коноплю, шансов нет. Базару нет, конечно. Ну, разве что... Ага, разве что что? Разве что что? Что? Подождите секундочку. Если выращивать дома. Если дома выращивать. Вот. Так, это интересно сейчас будет, похоже. Вот конфискант. Человек 3 года выращивал у себя дома, и мы изъяли ровно 0,5 кило этой дряни. Это вот это то, что вы говорили, вот это, да? Да, это конфискант. Ровно 0,5 кило. Это серьезное дело? Это... И угощайтесь сейчас. О, ради бога, извините, что у вас там... Да, это все быстро. Сейчас мы уберем все это дело, конечно. Что ты делаешь? Обязательно. Что ты делаешь? Что такое? Садись, ну-ка, быстро. Да.
Да вот, пожалуйста, заберите это конфискат. Это, конечно, кто-то вы поймали. Молодцы. Это ловите этих негодяев. Конечно, это очень правильно все. И на этом наша передача заканчивается. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, огромное что пришли. Спасибо. Вот, вам спасибо скажет не только я и Жорик, но весь район сегодня спасибо скажет. Весь район вам сегодня спасибо скажет. Сегодня такой хай-пай будет, Рудик.